Почти 1000 студентов и ординаторов вузов и медицинских колледжей Тверской области получат в текущем году увеличенную ежегодную выплату. Речь идет о тех обучающихся, кто получает образование по договорам о целевом обучении. Такое решение приняло правительство Верхневолжья. Как известно, президент России Владимир Путин поставил задачу по модернизации первичного звена здравоохранения, строительству новых высокотехнологичных медицинских центров. Тверская область – один из тех субъектов, где этот вопрос успешно решается. Во время недавнего визита в Торопец губернатор Игорь Руденя поручил разработать проект новой ЦРБ. Кроме того, сейчас в Верхневолжье в стадии практической реализации находится целый ряд других объектов. У нас идет строительство детской областной больницы, сейчас формируется Бежецкий медицинский кластер, строятся детские поликлиники в Кимрах, в Торжке, в Твери, запланирована модернизация Балаговской больницы. Мы понимаем, что еще нужны соответствующие кадры под новые компетенции или под потребность граждан. Однако мало построить медучреждения. Нужно решить кадровый вопрос. Один из вариантов – увеличение числа студентов, получающих образование по целевым договорам. С 2021 года на 50% увеличен размер ежегодной выплаты таким медикам. Теперь она составляет 36 тысяч рублей для обучающихся по программам специалитета. Материальная поддержка для ординаторов выросла до 75 тысяч рублей. Кроме того, в 2-3 раза увеличивается общее число получателей поддержки. Теперь это 668 студентов и 274 ординатора. Это образование целевое и, соответственно, наши выплаты. Это реализация системы по подготовке кадров для нашего областного здравоохранения. Потому что они потом останутся на нашей территории и будут работать. Плюсы такого подхода в том, что будущие врачи получают образование, уже понимая, что они трудоустроятся по специальности в государственных учреждениях здравоохранения. Ну а жители района Верхневолжья получат качественные медицинские услуги, за которыми не надо будет ездить в областной центр.